Алло, док, срочно вызывайте бригаду к нам в офис. У нас повторение ЧП форсажей, как в мае тогда. Я посмотрел всех бондов, да. И снова гуляет вирус тут. Есть пострадавшие. Что произошло? Макар, мы уходим. Ты идешь, нет? Ладно, пошли. Он что-то сам не свой сегодня. Что делаешь? Да, я запер его пока, но он одержим желанием вырваться и найти какую угодно женщину и потом взболтать, не смешивая. Сколько вы будете ехать? Доктор, нет! Нет времени, он же умирает! Вы выписываете мне вид на убийство! Эй, живи и дай умереть. Умри, но не сейчас! Кто, Макар? Золотой глаз, золотой палец. И золотой пистолет. Небо падает. Искры из глаз. Это только для твоих глаз. Держись. Живешь всего дважды. Как жаль, что я не пошел на курсы сценаристов, когда мог. Я бы не написал такую дебильную подводку к интеграции сценарных курсов. Да ладно, вроде неплохо получилось. А если вы все-таки считаете, что плохо, то добро пожаловать на образовательную платформу Skillbox. Обучение сценарному мастерству займет у вас 12 месяцев, столько, сколько действительно нужно, не больше и не меньше. Не забудьте сказать, что первую оплату можно внести после 6 месяцев обучения. Именно! Что он сказал, дамы и господа? Все занятия проходят онлайн в удобное время, и курс не пройдет бесследно. Вы научитесь придумывать непредсказуемые сюжеты, создавать крутых героев, а по окончанию обучения напишите и презентуйте свой первый итоговый проект. Сценарий фильма, игры или пилотного эпизода сериала. Преподаватели практики, а не теоретики, да и вообще много практики, потому что сценарием в теории не научишься. Обучающая программа останется в доступе навсегда, вы сможете к ней возвращаться. Подробная информация по ссылке в описании. Там же регистрируйтесь и получайте скидку в 40. Еще раз, 40%. А еще год бесплатного обучения английскому языку в онлайн-школе КЭСПА. Это ж просто праздник какой-то. Короче, да. Привет, братцы. Когда-то я посмотрел все форсажи, и вы писали в комментариях соболезнования, но время идет, ставки повышаются. И вот я посмотрел всех бондов. Всех до единого. То есть реально всех, включая неофициальных, включая трэшовых. Иногда мне кажется, что я странно трачу время своей жизни. Короче, расставляем всех бондов по нашей формуле. Вот это и будет под три царь фильмов. И не уходите после первого места. Там еще отрейтингуем актеров по среднему баллу. Короче, должно быть интересно. Аналитика, которую вы не просили, но которую получите. Нет времени не умирать, не объяснять. Поехали. 26 место. Казино Рояль. Казино Рояль на последнем месте! Шок-контент! Ладно, это не то Казино Рояль, совсем не то Казино Рояль, но начнем очень издалека. Первый роман про Джеймса Бонда вышел в 1952 году. Создателем персонажа был отставной офицер разведки Йен Флеминг. Он задумал написать книгу еще во время Второй мировой войны, в которой принимал участие как штабной руководитель, но время выдалось только несколько лет спустя, когда он уже остепенился и пытался отогнать от себя мысли о беременности невесты и предстоящей свадьбе. Чтобы забыться, он во время отпуска на Ямайке начал писать Казино Рояль. Простенький и нескладный, по его собственным словам, роман. Джеймса Бонда он списывал сразу с нескольких знакомых разведчиков, это был собирательный образ, а имя он взял из брошюры известного орнитолога Джеймса Бонда. Флемингу показалось, что это короткое и неброское имя самое скучное и невыразительное, что он слышал, а значит, подойдет для секретного агента. Да, сейчас это, конечно, воспринимается иронично. Забавно, что никто из друзей автора, включая него самого, не считал роман достойным большого внимания, но по знакомству он все же был напечатан и вдруг прорвало. Книгу расхватывали как горячие пирожки, и издательству пришлось выпускать 3 тиража, чтобы удовлетворить всех желающих. Такой успех никак не мог пройти мимо Голливуда. Там как раз в это время запускался часовой сериал-антология «Кульминация», создатели которого в каждой серии экранизировали какой-то острый сюжет. Всего за 4 года было 165 эпизодов, но экранизация «Казино Рояль» стала третьим на самом запуске. Автору романа за права заплатили $1000 по нынешним меркам, примерно 700 тысяч рублей. И вот то ли это «Казино Рояль», которое стало последним в этом списке,
Нет, не то. Штука в том, что у отдельной серии сериала обсчитать средний балл по нашей формуле мы не можем. У самого сериала оценки так себе, но это не совсем честно. Большую часть эпизодов просто нельзя посмотреть нигде. Они забыты и утеряны, кроме нескольких. Например, залитого на YouTube «Казино Рояль», откопанного в 80-х историком кино Джимом Шоенбергером. Хотя сериал шел по телевизору в цвете, восстановить удалось лишь черно-белую версию. Стоит ли ее смотреть? Ну, только если вы совсем жесткий фанат Бонда или изучаете историю в остальных случаях, конечно, нет. Кульминацию показывали по телевидению как лайв-трансляцию, то есть, вы все правильно понимаете, по сути, это театральная постановка, где у всех один дубль. Это непривычное нам кино, и чтобы вместить действие в час, сценаристам, ко всему прочему, пришлось его еще и мощно перекроить. Веспер Линд отправилась на мороз, ее просто вырезали. Роковую красотку вместо нее исполняет Валерий Матисс, замена Рене Матисса. По сути, двух персонажей слили в одного. Лейтер здесь не Феликс, а Кларенс, и он британец. В то время как Бонд здесь американец. То есть их практически поменяли местами, включая на самом деле даже образы. Лейтер темноволосый и харизматичный, выдержанный, в то время как первая версия Бонда на экране какая-то, честно говоря, неубедительная. Барри Нельсон играет истеричного и незапоминающегося агента, в нем напрочь отсутствует и элегантность, и магнетизм, и самое жуткое, его тут постоянно зовут Джимми. Или Джим. Пожалуй, единственный, к кому не придерешься, это Ли Шифр. Он и неприятный, и жутковатый, и с очень правильной харизмой. Идеальный бондовский злодей до того, как мы узнали, что такое понятие существует. Сюжет сократили до трех этапов. Выглядит все по современным меркам очень забавно. И лайв-формат тоже занятно сохраняет немногочисленные, но имеющиеся затупые ляпы. Короче, ребята увели статус первой экранизации Бонда, но это совсем не тот канон, которого персонаж заслуживал. Тот появился 8 лет спустя, когда серия Флеминг уже была многосерийным бестселлером, и возникла юридическая коллизия. Права на рояль уже были у продюсеров сериала, и создатели официальной франшизы не смогли их получить. Они начали снимать Бондиану с седьмой книги, вбрасывая нас к персонажу без знакомства. А права на казино, между тем, жили своей жизнью и оказались у продюсера Чарльза Фельдмана. И он почесал в затылке, думая, а что ж с этим совсем делать, и решил всех обхитрить. Денег на крутой экшен нет, но можно же снять пародию, причем с официальным названием и сюжетом. И господи боже, за что нам это? «Казино Рояль» 67-го года, которое на последнем месте этого списка, это просто поразительное кино. Они смогли привлечь к съемкам Дэвида Нивена, Питера Селлерса, Вуди Аллена, Орсона Уэллса, первую девушку Бонда Урсулу Андрес и сняли с ними просто отборнейшую шлакоблочину. Когда фильм пытается шутить, тебе просто стыдно, и это в лучшем случае. Иногда здешние шутки просто вызывают реакцию: «Да что вы, черт побери, такое несете?» И идя в перемешку с бредовейшим сюжетом, они сливаются в какой-то сплошной белый шум, который давит на тебя с экрана. Просто представьте себе, сюжет в том, что всех агентов убили, и М пытается вернуть вышедшего на пенсию Бонда, а тот придумывает гениальный план называть теперь всех агентов на всех уровнях Бондами, чтобы не знали, кого убивать. Так что Веспер Линд здесь Джеймс Бонд. Создатели знатно экономят на съемках, используя всех по чуть-чуть, и это как бы фильм про Бондов, но как бы Бонды здесь разные. При этом темп юмора тоже оставляет желать лучшего. Мне кажется, вы легко найдете пяток комедий того же десятилетия, в которых шутки уже сдавались быстрее, а в 21 веке это буквально любая комедия. Именитые актеры особо не спасают. Нивен кринжовый, Селлерс выключенный, Уэллс внушительный, но играть ему тоже особо нечего. Смотрел я это действо с болью и страданиями исключительно для галочки, что увидел все проекты про Бонда, вам этого делать не стоит, поверьте. Короче, умопомрачительно бездарнейшая трата отличного каста, кинопленки, денег создателей, времени моей жизни, времени жизни тысяч или миллионов людей, увидевших это в кинотеатрах, абсолютно заслуженно забытый неофициальный трешак. Двигаем дальше. Двадцать пятое место. «Вид на убийство». Ну а вот теперь уже полноценная официальная часть «Бондианы», 85-й год и последний фильм самого долгоигравшего агента 007 Роджера Мура. Это было седьмое возвращение актера в роли, и, конечно, некоторая усталость всех участвующих от команды до зрителей уже ощущалась. Муру стукнуло 57, он уже был старше, чем реальная мать его киношной девушки, а фильмы продолжали делать вид, что он секс-символ и экшн-герой, хотя было очевидно, что дед уже просто хочет выпить таблетки. Ладно, это
шутка. На самом деле, по моему ощущению, все не так плохо. Но на момент выхода общая усталость добила до пика, и люди высказывались примерно так. Кино приняли крайне прохладно. Даже сам Мур сказал, что это его самая нелюбимая часть вообще. Он был примерно на 400 лет старше, чем должен был быть для съемок. Сборы и отзывы, соответственно, были довольно печальными, и на этом для Роджера все во франшизе закончилось. По обоюдному согласию он покинул франшизу, и 2 года спустя кино вернулось с новой звездой, но это то, как фильм ощущался в 80-х, а по прошлому выпуску мы уже знаем, что часто на дистанции ситуация меняется. Вот и я бы не сказал, что «Вид на убийство» такой уж очевидный претендент на звание худшего проекта серии. Да, Мур объективно старовато выглядит в кадре, но из-за специфики внешности это ощущение появилось у меня еще в его первых частях, потому к этому моменту возраст воспринимался как данность, тем более, что актера смогли даже немного омолодить относительно прошлых частей. Сюжет с небольшой интригой, план у злодея безумный, но занятный и похожий на классического Голдфингера. Самого злодея играет Кристофер Уокен, и он хорош. В роли отъехавшего психопата выглядит очень уместно. Правда, многие рецензенты тех лет жаловались, что он какой-то слишком жестокий в этом фильме, и это как-то не по-бондовски мрачно. Но, если честно, по-моему, это только добавляет ему баллов нынче, в 21 веке. А еще экшен неплохой, хотя и не всегда самый свежий, но и одна из самых красивых бондовских девушек именно тут. Правда, ее номинировали на «Золотую малину», но я смотрел в дубляже, так что понятия не имею за что. Ну и не упомянуть эффектнейшую Грейс Джонс, которая присутствует на постере этого фильма, тоже нельзя. Она очень неплоха, но концовка ее немножко подсливает, она могла бы быть круче. Короче, «Вид на убийство» как отдельно взятый боевик — это семерочка. Но после 6 выходов «Мура» и 13 частей в целом зрители остро нуждались в обновлении, и плохие отзывы свидетельствовали именно об этом. А вот когда смотришь фильм в рамках марафона и уже знаешь, что он последний для Мура, о чем зрители не знали, к нему наоборот добавляется приятное ощущение прощания с эпохой и закрытия большой главы. Тут ведь, в числе прочего, в последний раз играет и оригинальная Мани Пенни, которая была с франшизой с начала 60-х. Короче, баллы дрянь, но у меня большого негатива к проекту не было. И я не знал, что у него такие плохие баллы, я специально обсчитал весь рейтинг только после того, как посмотрел все фильмы серии. Место. «Человек с золотым пистолетом». Так, ну для последнего фильма Мура дали место. Дальше пойдем давайте немножко все-таки побыстрее, тем более мы все еще на последних местах. Тем более тут еще один фильм, который мне понравился из худших. И это начинает меня беспокоить. Часть номер 9. Наверное, это также связано с марафоном. Когда ты подряд смотришь на одни и те же дурацкие клише, в какой-то момент они начинают ощущаться как неизбежный ритуал истории и не воспринимаются как минус. В случае с этим фильмом, например, можно смело играть в Бонда Бинго. Герои берут в плен, но пытаются убить тупейшим способом. Здесь, кстати, самый тупой из всех способов ever. У злодея свой бункер на экзотическом острове. Злодей тренируется убить Бонда. Девушка 007 сексуализирована и унижена настолько, насколько вообще возможно. Короче, если выпивать за каждое клише, до конца вы не доживете. Но зато тут есть приятная работа с цветом, которой старым частям не хватало. Небольшие приятные твисты и сэр Кристофер Ли в роли злодея. Он вообще родственник автора романов Йена Флеминга, так что его появление в серии было неизбежным. Но по отзывам фильм ему достался, конечно, не лучший. И честно, я оценил его как хорошо, но сейчас даже не могу вспомнить, что вообще в нем происходило, что тревожный сигнальчик. Но надо сказать, что для истории франшизы этот фильм получился все-таки важным. 2 изначальных продюсера серии, Альберт Брокколи и Гарри Зальцман, во время работы охладели к сотрудничеству, и Зальцман продал свою долю в производстве, навсегда выйдя из дела. В сочетании со слабыми сборами это чуть не прикончило франшизу, поэтому к следующему фильму ребятам пришлось постараться, и он в этом списке встретится нам не скоро, совсем не так низко он располагается. 23 место. Осьминожка. И что происходит-то? Почему на последних местах сплошь фильмы, которые мне понравились? Это заставляет меня задуматься о грустных вещах. Я этого не хочу. Возможно, дело в том, что я в принципе питаю слабость к серии и готов ей многое прощать, но критики... За что вы так со мной? Честно говоря, в какой-то момент марафона, видимо, я стал больше радоваться тупым и веселым фильмам калибра «Форсажа», нежели серьезным и взвешенным, но устаревшим на фоне современных историй боевикам. И «Осьминожка», которая была предпоследним фильмом Мура, выдает свою идиотию с самого названия, потому что если вы знаете, что такое пусси по-английски, то вы догадываетесь, насколько создатели и авторы оригинала угорели по каламбурам за 300. Это как если вы снимаете фильм про летчицу и называете его... Пилотка.
Простите. Но если вынести это и возраст Мура за скобки, то серия получилась веселой. Тут классная злодейская банда, афганский принц, британская террористка, советский радикал, пытающийся устроить Третью мировую в обход недовольного этим КГБ. И Бонд переодевается то в циркача, то в клоуна и гориллу ради маскировки. Но главное, тут просто замечательный третий акт. Он так хорошо нагружен экшеном и поворотами, что даже немного опережает время. Темп финала очень современный, и это делает кино не скучным, несмотря на периодически происходящий бред. Ну и план злодея занятный, а это всегда делает кино лучше. Короче, это мой любимый фильм с Муром, но на правах Форсажа. Он веселый и глупый. Впрочем, не без довольно классных неиронично идей. «22 место. Умри, но не сейчас». О, ну в кои-то веки официальный Бонд и без Мура на последних местах. Дожили! Правда, есть печальная новость. Фильмы с Пирсом Броснаном я не успел освежить. Времени хватило только познакомиться со старыми частями, которые я не видел. И тут нам придется довольствоваться тем, что я помню про Броснана из детства. «Умри, но не сейчас». Мне нравился. Там были классные актеры. Холли Берри, Розамунд Пайк, Тоби Стивенс, твисты. Абсолютно отъехавший крутой экшен с невидимыми тачками и лазерами из космоса. А еще одна из лучших вступительных заставок. Был ли этот фильм глупым? Ну, видимо, да, потому что «Невидимая тачка», если честно, мне даже в детстве казалась борщом, а если бы я пересмотрел сейчас, я бы наверняка заметил даже больше дичи. Критики так и сказали: экшен хорош, дух классических частей есть, но глупо. И это, увы, был приговор для Бонда Броснана. Эпоха была уже не та, 2002 год, и то, что было уместно в 70-х или 80-х, уже вышло из моды, и люди хотели брутального реализма Борнов, а потому серия взяла паузу и вернулась с тем самым стилем, с Крейгом и Роялем. Но не сказать, что это было прощание на минорной ноте, потому что стиль и атмосфера Бонда 90-х здесь концентрированные, и они не просаживают то, что у них было, просто время этого жанра ушло, но для тех, кому он нравился, здесь все довольно неплохо. «21 место. И целого мира мало». И буквально следом предпоследняя часть приключений Бонда Броснана. Про этот фильм я помню только две вещи. Софи Марсо крашный краш, Денис Ричардс просто краш. А еще она получила золотую малину. А, ну и еще тут одна из моих любимейших песен серии. Но про это у нас был отдельный топ, посмотрите его тоже по всплывшей плашке. Да, от этого просмотра у меня из детства остались только воспоминания, что было неплохо, интересно. Но, кажется, сейчас я не могу вспомнить даже ни одну экшн-сцену толком из этого фильма, не то что его историю. Возможно, это и говорит о том, какое это кино, а возможно, нет. Напишите в комментариях, помните ли вы что-то об этом фильме, кроме того, что там неплохие злодеи и криповый мужик, который физиологически ничего не чувствует, такого в серии не было, это свежо. Ну и осторожно, спойлеры к фильму, которому 22 года. Это, если я правильно помню, первая часть серии, в которой главный серый кардинал всего злодейства – женщина, потому что до этого злодейки были, но они всегда следовали плану главного негодяя и не разрабатывали его сами. Что характерно, полноценной главной злодейки в Бонде не было до сих пор, так что записывайте там, ребят, упускайте свежую идею. 20 место. «Завтра не умрет никогда». Воу, это у нас уже не дубль, это у нас тут целый хет-трик. Три из четырех фильмов Пирса Броснана подряд вылетают в самом низу списка, в третьем десятке. И, увы, как и другие проекты того десятилетия, помню я его крайне плохо, а вдвойне, увы, потому что я помню, это самая унылая часть из тех четырех. Восстанавливая сюжет для видео, я, конечно, вспомнил сцены, но эмоций, что тогда, что сейчас, никаких. И ни одной запоминающейся экшн-сцены, увы, но все же интересные находки у проекта есть. Например, «Владей Магнат», технично использующий информацию и пропаганду для достижения целей. Это была чертовски хорошая идея, актуальная уже тогда и становящаяся только более актуальной с годами. Пожалуй, даже ее можно осовременить в эпоху интернета. Я бы посмотрел на Бонда в сеттинге антиутопии, где ни одному источнику новостей нельзя верить и невозможно даже понять, что происходит на самом деле. Был бы хороший челлендж. Отвлекся. Злодея очень качественно исполняет Джонатан Прайс. Он это умеет, но все же только его одного не хватает, чтобы кино запомнилось. Может, у вас иначе, тогда напишите. Так что да, извините, стоило, наверное, все-таки обновить фильмы с Пирсом Броснаном, потому что, я думаю, многие из вас ждали как раз и их разбор, в том числе от этого видео, а тут только мои смутные воспоминания, а в случае с этой частью еще и разочарованные смутные воспоминания. Но совсем немного не хватило времени, буквально пары дней. 19 место.
Лунный гонщик. Заканчиваем перебивку на Броснана, возвращаемся к Муру уже во втором десятке. И здесь одна из его лучших частей. Один из самых ярких и безумных образчиков Бонда тех лет. Вообще, части с Роджером, начиная с первой, использовали хитрую продюсерскую схему, подмечали тренды других популярных фильмов и сдирали их себе. В «Живи и дай умереть» это был «Блэксплотейшн», в «Золотом пистолете» — «Единоборство», а в «Лунном гонщике» — «Звездные войны». Да, осторожно, спойлеры, Бонд в этом фильме летит в чертов космос, как в «Форсаже 9-м». И там люди перестреливаются из лазеров в открытом космосе. Смотреть за этой идиотией просто уморительно. Причем и до этого фильм не скучный. Тут тебе и хорроровая Венеция, практически как «Вы теперь не смотри», и «Битва на реке в Бразилии», и великолепный экшен на фуникулерах, и грандиозная открывающая сцена с прыжком на парашютах, снятая так, что забываешь, какой на дворе был год. Глупый ли это фильм? Ну, это, в принципе, глупый вопрос применительно ко всей Бондиане, но конкретно в этом случае, да, черт возьми, тут люди перестреливаются в открытом космосе из лазеров. Как вы сами думаете, глупый ли это фильм? Но к чести сценария, он хотя бы пытается это интересно обосновать, и какие-то наметки у него даже есть, но в целом это абсолютно точно прародитель «Форсажа», и тем более они тоже уже в космосе побывали, так что кино со всеми вытекающими. Главное достоинство фильма, он точно запомнится, а в таком марафоне это уже немало. Ну и темп его он достаточно хорошо сохранился, его можно смотреть как экшен на вечер, не переживая, что уклонит в сон. Ну а плохие оценки тоже, в общем-то, из всего вышесказанного вытекают абсолютно логично. Восемнадцатое место. «Квант милосердия». А вот теперь и счет Крейга размачиваем, его худший фильм вступает в игру. По совести, «Квант милосердия» — еще одна часть Бондианы, что мне стоило успеть пересмотреть, потому что я, черт побери, совершенно ее не помню, вот ни капельки. Я даже глянул пересказ. И это все равно никак не помогло мне освежить, восстановить свои ощущения, вспомнить, что же с этим фильмом был не так, почему он мне не понравился, хотя я играл в игру на компьютере, я играл в игру на телефоне по этому фильму, и они мне нравились. Но есть один факт про «Квант», который многое объясняет. Кино попало в водоворот голливудской забастовки сценаристов, и как некоторые другие блокбастеры того периода, делалось без грамотного текста увидения, по наитию и отталкиваясь от экшн-сцен. Из-за этого фильм получается очень блочным и сшитым белыми нитками, а вдобавок еще и не подвозит интересного злодея. В сочетании это делает кино не очень бондовским и не очень бодрым, но все же, несмотря на все беды, у части есть достоинство. Итальянский экшен неплох, местами кино дает неплохой атмосферы, ну и «Квант» был правильным шагом для франшизы в целом. Никогда раньше Бондиана не возвращалась к событиям прошлой части и не рефлексировала над ними. Бывали отдельные отсылки, но такой полноценной сюжетной связи нет. История стартует прямо в концовке рояля и может слегка избыточно, но все же приятно закрывает арку Бонда и его принятие потери, ну, до того, как все остальные фильмы решили, что тоже должны над этим рефлексировать. Семнадцатое место. «Спектр». Слушайте, похоже, какая-то хорошая традиция в этом списке, да, что актеры сразу заезжают дуплетом, и у Крейга сразу две его худших части, которые не выдержали скорее высокую планку его серии в целом, тоже идут подряд. «Спектр» был частью, в которой создатели решили вернуться к корням. И у них получилось! Не только по форме, но и по оценкам. Надо сказать, «Спектр» действительно классический Бонд, снятый в наше время. Неправдоподобный веселый экшен, идиотские сценарные ходы, харизматичные злодеи с глупыми планами и куча приемов, в которые в нашем веке поверить просто невозможно. Пожалуй, это и подкосило прием от зрителей кино, ощущается тем самым анахронизмом, от которого серия при Крейге пыталась отойти, и создатели ошиблись, когда подумали, что после более взвешенного и глубокого «Скайфолла» зрители хотят прямолинейного боевичилова, как в 70-х. Запрос на более продуманного Бонда все еще оставался, и «Спектр» многих разочаровал своим подходом, но не меня. Вы уже поняли к этому моменту, вероятно, что я фанат отбитых частей, и вот это смотреть было, по крайней мере, совершенно не скучно. А стилистически многие ее решения и вовсе привели меня в тотальный восторг. Как она выглядит, ребята, муа-муа-муа. Костюмеры, операторы, ребята, гении. Шестнадцатое место. «Живи и дай умереть». И вот она! Поздравляю вас, мы дошли
Моя самая нелюбимая часть. Первый фильм с Роджером Муром, хотя тут стоит поделить Мур и фильм отдельно. Сам актер в роль садится как влитой, и его тяжело сравнивать с Коннери. Манера у них разная, но более легкий и ироничный 007 Мура определенно прекрасен. Только вот в других фильмах смотреть за ним приятнее. Кино в целом сменило вектор по сравнению с первыми частями. В нем стало гораздо больше юмора, самоиронии, и многие серии совсем перестали воспринимать себя всерьез. У нас есть всратая пародия на Бонда, это «Казино Рояль» 67-го года, про который мы уже говорили. Но он вам совершенно не нужен, потому что фильмы с Муром — это и есть идеальная автопародия в себе. «Живи и дай умереть» может похвастаться замечательной песней Пола Маккартни, парой занятных сюжетных ходов и еще тем, что кино мощно подсосалось к аудитории темнокожего населения США, как раз в то время впервые оцененный голливудскими продюсерами. Уже упомянутый нами «Блэксплотейшн» — это как раз поджанр фильмы, направленные на привлечение такой аудитории, и тут это проявляется в полностью темнокожем составе злодеев, при этом единственная хорошая девушка в их банде, конечно же, белая. Короче, с нынешней культурными нормами смотреть это кино очень странно. Но если вы как раз хейтите толерантность, то вот это олдскульный фильм для вас. Такого превосходства белого человека вы мало где найдете. В фильме есть иногда интересный экшен, но периодически кино подзатянуто, наскучивает и слишком часто борщит. Смерть злодея здесь одна из самых неоправданно жестоких и жутких, а линия с реальной ведьмой и оживающей из мертвых злодеи — это too much. «Живи и дай умереть» — это единственная часть, которая меня реально выбесила. И более того, еще и наскучило, так что все хорошие находки в ней под этим гнетом как-то потерялись. 15 место. «Бриллианты навсегда». Ну и наконец мы добрались до последнего легендарного исполнителя роли 007, который еще не появлялся в этом списке. Добро пожаловать, Шон Коннери. Ты продержался до 15 места достойно. И история появления на свет этого проекта, конечно, нелинейная. Франшиза Шону надоела после 5-го фильма. Он ее покинул, но заменивший его Джордж Лэзенби продержался всего одну часть. Почему так случилось, подробнее позже, но как бы то ни было, продюсеры встали перед необходимостью еще раз выбирать нового героя. И это превратилось в сущий ад. Один занят, второй не нравится части студии, третий голландец. Короче, глава United Artists Дэвид Пикер стукнул кулаком по столу и сказал: «Плачу любые деньги, верните мне Коннери». И его вернули, заключив баснословный контракт на Бонда плюс еще пару фильмов, а деньги он пустил в том числе на благотворительность. Короче, получилось красиво. И если в его последнем фильме «Прощание» было не таким очевидным, то «Бриллианты» получились крутыми сразу из-за нескольких мета-слоев. Во-первых, внутри самого фильма создатели несколько раз остроумно отсылаются на возвращение Коннери, поздравляя его с выходом из отпуска. Во-вторых, после холодного приема перезапуска с Лэзенби в этом Бонде решили как будто нарочито ответить своему же прошлому фильму. У Коннери похожая линия отношений с девушкой, она тоже рыжая, только концовку переписали так, чтобы дать предшественнику явного ироничного пинка. И это реально забавно, плюс это задало тренд всей дальнейшей линейки с Муром. Настолько очевидно, ирония и самостёб появились именно тут. Помимо этого, в наличии неплохая сюжетная интрига. Мои любимые фильмы в серии как раз держатся на нескольких сторонах конфликта и твистах. Это всегда захватывающе. Туговатый устаревший экшен немножко все портит. Ну и некоторые сюжетные ходы, которые в серии появлялись в 7-й раз из 7, угадайте, что тоже не делают фильм лучше. Казалось бы, создатели тоже могли об этом подумать. Ну и вот эти последние минусы, наверное, объясняют начавшееся падение оценок. Технические прорывы Бонда остались в 60-х, и люди стали больше обращать внимание на проблемы. Но прощание Коннери с официальной франшизой все-таки ощущалось каким-то, не знаю, правильным. 14 место. «Только для твоих глаз». Вот с этим проектом у нас будут некоторые проблемы, потому что на нем я в некоторых моментах просто отрубался, и, возможно, дело было не в фильме, хотя, может быть, и в нем в том числе. Совет на полях: когда устраиваете себе марафон фильмов 40-летней, 50-летней, 60-летней давности, смотрите их бодрыми, не повторяйте моих ошибок. Серия Мура продолжала славную традицию подмазываться к хайпу, и в этот раз хайпом выступила внезапно зимняя Олимпиада в США. Кино вышло через год, и тут есть драка с хоккеистами, девушка,
девушка-фигуристка, экшен на бобслеях, погони на лыжах, убийца-биатлонист. Короче, это их версия серии «Ну погоди» про Олимпиаду. Кстати, интересный факт, Олимпиады тогда не делили по годам, так что обе этих даже проходили ровно в один год. И ребята потом выпустили Бонда, а мы «Ну погоди». Но это не единственное, что выделяет эту часть, делает ее заметной. Еще одно интересное решение создателей — позвать нового композитора Билла Конти. Вы его знаете наверняка по музыке Кроки, и согласитесь, ее с чем-то спутать невозможно. И бой-бой, как это чувствуется в этом фильме. У него абсолютно уникальное для Бондианы музыкальное сопровождение. Многие сцены из-за этого выглядят очень свежо. Иногда, правда, эта свежесть заключается в самопародийности, но иногда Билл реально накидывает экшену плюс 5 к динамике. А динамика здесь не помешает, потому что предыдущей частью до этого был безумный лунный гонщик с путешествиями в космос. И здесь создатели поняли, что зрители к этому все-таки еще не готовы, и нужно сделать часть повзвешеннее, поспокойнее. Поэтому оценки лучше, но темповая ее первая половина сейчас уже чуть устарела. Зато вторая, ребята, где-то после середины фильм действительно мощно наваливает и даже выдает порядочнейший твист и неплохой финальный бой в нетипичном стелсовом стиле. А еще этот фильм получает достижение за самый понятный способ убийства Бонда после того, как его взяли в плен. И это важно! Потому что вы не представляете, как это тупо, когда в каждом из 20 сгаков фильмом Бонда хватает злодей, но вместо того, чтобы как-нибудь по-быстрому его прикончить и выкинуть тело в реку, они придумывают самые невероятнейшие схемы, из которых сбежал бы даже ребенок. Вот здесь схема тоже перемудренная, но если выбирать, то все же самое понятное из всех остальных. Ну и последнее, что необычно в этом фильме, Бернард Ли, который играл М во всех предыдущих 11 частях, скончался незадолго до съемок, и это первый фильм серии без него, что грустно. В этом проекте его никем заменять не стали, просто сказали, что он в отпуске, а вместо него временный сменщик. Но вот в следующем на его место пришел Роберт Браун, и он, к сожалению, не был так хорош и душевен, и его как будто скорее подбирали по схожести с Бернардом Ли, нежели по актерским качествам и возможностям. Респект Бернарду, у него действительно волшебный образ и каноничнейший, наравне с Джуди Дэнч. Тринадцатое место. Никогда не говори никогда. Так, сейчас будет сложно. Вы помните, пару мест назад у нас было возвращение Коннери во франшизу после того, как он из нее уходил. Вот это еще одно. И это вообще уникальнейшая история, должен вам сказать. В 60-х автор оригинальных романов Йен Флеминг работал над сценарием фильма про Бонда с продюсером Кевином Маклори и сценаристом Джеком Уиттингемом. Однако проект сковырнулся и не был дописан. Флеминг же подумал, ну, не получился фильм, получится книга. И использовал наработки для создания романа «Шаровая молния», который вышел и возмутил Маклори. Ведь какого черта? Они работали вместе, а именно обложки одно. Он подал в суд на авторский, но сперва все урегулировала студия и он, снимавшая франшизу. Они пригласили Маклори поработать над экранизацией «Молнии» в 65-м продюсером с условием, что он получит за счет этого свою причитающуюся прибыль и отложит разбирательство по правам лет на 10. Флэш-форвард в середину 70-х, Маклори выигрывает суд и получает права на «Шаровую молнию», «Блофельда» и «Спектр». Вопрос только один. А что ему теперь с этими правами делать? Ну, он решил сделать еще одну экранизацию романа, который уже экранизировали, и он, собственно говоря, сам это и делал, он работал там продюсером. Проект долго торчал в производстве, но в начале 80-х все-таки запустился, и к роли удалось привлечь не кого-нибудь, а Шона Коннери, когда-то говорившего, что Бонд никогда. И эту фразу буквально поставили в название фильма вместо «Шаровой молнии» и еще раз заставили Коннери, 53-летнего, на тот момент сыграть роль, которую он уже когда-то играл. При этом создатели не могли использовать открывающую заставку с выстрелом. У них не было красивой песенной заставки, хотя песню написали. Короче, это неофициальный Бонд, который не входит в те самые 25 частей, но который появился благодаря расколу прав. Ну и, собственно, а что же у них получилось? Во-первых, респект сценаристам. Они попытались изменить историю «Шаровой молнии» в пределах смысла до неузнаваемости, и в ней хоть и просматривается ремейк, действительно много нового и усовершенствовано по сравнению с оригиналом. Экшен посочнее, скучные части срезали, прикольные оставили.
деле. Да и вообще, будем честны, атмосфера 80-х пободрее, чем скованные 60-е. Мета-шутки про возвращение Коннери вышли из названия в диалоге напрямую, и они снова хороши, как всегда, впрочем. Саша Петров неплохо играет злодея, и вообще, персонажи тут запоминаются лучше, чем в оригинале. Правда, к финалу фильм подзатянут, но опять же, близко не настолько подзатянут, как оригинальная «Шаровая молния». Получился хороший средний Бонд, но с перчинками, которые официальная франшиза себе позволить не могла. Например, более-менее первая постельная сцена с намеками на обнаженку. До этого секса всегда было много, и он всегда был за кадром. Ну и кино кекально примазывается к новшествам 80-х вроде видеоигр, причем дважды. Короче, исправили старые минусы, нажили новые, но получилось посвежее и посовременнее. Да и Коннери, черт возьми, приятно видеть в деле. Кино вышло в один год с официальной частью франшизы «Осьминожкой». Они вышли в 83-м, но «Никогда говори никогда» вышел чуть позже, спустя месяца три, наверное, и оценки получил получше, а сборы примерно такие же, так что шалость удалась, это приятное DLC. Двенадцатое место. Искра из глаз. И предпоследний актер Бонд, который у нас еще не появлялся, сходит с дистанции. Знакомьтесь, Тимоти Далтон. После провала последнего фильма Мура уже всем было ясно, что франшизу пора освежать. Тимоти Далтона уже когда-то рассматривали на роль несколько лет назад, что называется, еще при живом Роджере, но в тот раз актер остался на своем посту, а в этот раз Далтон боролся уже с Пирсом Броснаном, Сэмом Нилом, разговоры шли даже про Мела Гибсона, и продюсеры, почесав в затылке, подумав как следует, выбрали Пирса Броснана. А! Не ожидали такого поворота? Пирса Броснана выбрали на роль Бонда в 87-м году, но дальше случилась комедия. Броснан в тот момент снимался в загибающемся сериале «Ремингтон Стил», его должны были закрыть, и он как раз заскакивал на похожую роль в «Бондиану» на повышение, но после того, как люди прознали, что новым агентом 007 будет Пирс, они ринулись смотреть «Ремингтон Стил», рейтинги сериала подскочили, и канал его продлил, из-за чего возник конфликт, и Броснана отцепили от роли, а когда был объявлен Тимоти Далтон, люди поняли, что и «Ремингтон Стил» смотреть уже смысла нет, и тот закрылся через 5 эпизодов. Хорошо все-таки, что Пирс потом свое взял, потому что, ну вот это какая-то трагикомедия. Но это предыстория, давайте к самому фильму. Вместе с новым актером создатели решили сменить и стиль, это было очень правильное решение. В продюсерский состав, кстати, впервые вошла дочь Альберта Брокколи Барбара после двух фильмов с Далтоном, именно она подхватила франшизу в 90-х, приятная преемственность поколений, которая освежила и серию. Далтон отличный Бонд, и хорошо, что из-за истории Броснана мы смогли увидеть и его тоже. «Искры из глаз» — фильм более сдержанный и серьезный, нежели последние муровские, но при этом умело сочетающий и форсажность с поехавшим экшеном, и неплохую неизбитую сюжетную интригу. План у злодеев прикольный, да и вообще, пока разберешься, кто здесь, собственно говоря, злодей проходит полфильма, что вообще-то довольно неплохо. Много действительно качественного и более камерного триллера, ночные города, убийцы за углами, ложь со всех сторон. Короче, это кино местами напоминает первую «Миссию невыполнима», а меня это не может не радовать. Сам Далтон же более серьезный, чем Мур, реже делает смешные лица, выглядит более живым человеком, а не образом, и, надо сказать, ядрически тащит романтическую линию. Вообще, она в этом фильме одна из лучших, причем не столько из-за сценария, который старается не то чтобы больше, чем всегда, сколько из-за режиссуры, музыки и актеров. Да что уж там, Бонду здесь даже почти не хочется дать по щам за пренебрежение к женщинам. Ну, все-таки почти какие-то традиции остаются. Тут советский злодей, но он снова грамотно сбалансирован советскими добряками, так что это не клюква и это не раздражает. И несмотря на острую афганскую тему, кино как-то обходит острые углы и неплохо развлекает экшеном в третьем акте и расследованием в первом. Короче, несмотря на некоторые просадки, хорошая серия и хорошая на правах нормального шпионского фильма, а не веселейшего сумасбродства. Кстати, интересный странный факт на полях. Возможно, создатели сериала «Великая» видели этот фильм, потому что здесь тоже есть загадочный крик «Хуза», которые издают русские и которые до сих пор хрен пойми что значат. Одиннадцатое место. «Лицензия на убийство». А, что ж, приятно, традиции сохраняются, у нас снова дуплет, сразу два фильма от одного актера подряд. В случае Далтона это все его фильмы, и причем здесь даже в хронологическом порядке, как надо. «Лицензия» сохранила достоинство «Искр», но пошла немного дальше в плане серьезности. У этого фильма одна из мрачнейших завязок всей серии, она реально жестокая и заставляет реально ненавидеть злодея, а не относиться к нему как к своему парню, которому в конце накостыляют. Нет, здесь ты реально хочешь, чтобы его как следует откартошили. Да, извините, я не нашел подходящего по жесткости нематного слова,
слово, поэтому просто придумал свое, используя первый случайный овощ, который мне пришел в голову. И надо сказать, кино с лихвой выдает тебе ожидаемое откартошивание. Разборка со злодеями в третьем акте одна из самых брутальных и жестоких, что видела серия, но она не ощущается чрезмерной за счет интро. Далтон хорош, в этом фильме он сохраняет свои плюсы, но к ним добавляется еще и режим берсерка, который он включает в первом акте, убивает направо и налево в холодной ярости, а ты думаешь только «Да, так их!» Ну, то есть здесь происходит, в общем-то, то, что пытался потом повторить «Квант милосердия». Романтичность Далтона, правда, позже тоже играет, но и сюжет неплохой, хотя более прямолинейный, сдержанность снова на месте, но в третьем акте грамотно уступает место «Форсажу», причем здесь более, чем когда бы то ни было. Тут реально происходит такая феерическая ересь на тачках, что понимаешь, на чем рос Вин Дизель. Ну и да, раз уж мы так много говорим на этом месте про злодеев, отдельный респект актерам, которые их сыграли. Роберт Дави играет, возможно, главную роль карьеры, хотя вы наверняка помните его лицо, его сложно забыть после этого фильма, честно говоря, особенно. Ну и молодой Бенисио Дель Торо на подмоге тоже выглядит отлично. Десятое место. На секретной службе Ее Величества. Ах, ребята, после Кубрика я зарекался писать такие большие тексты, но here we go again. Снова 30 плюс минут, а мы только переходим к топовой десятке. Еще и покороче не получится, потому что тут у нас один из самых интересных кейсов в серии. Шестой фильм. Коннери ушел после 5, и создатели провели кастинг, который выиграл Джордж Лэзенби. Хороший ли он Бонд? Ну, ядрически странный, откровенно говоря. Но нам нужно больше контекста. После ухода Коннери продюсеры решили немного изменить подход к истории. Сценарий был написан значительно ближе к оригинальному роману и до сих пор считается одной из самых точных экранизаций, а само содержание истории стало гораздо более серьезным и приземленным. Эта часть не стесняется взять время на персонажную экспозицию, дать героям поговорить, дать прорезаться химии между актерами. Фишки по столу расставляются значительно медленнее, чем раньше, без оголтелого количества экшена и в совершенно непривычном стиле, например, с принципиально иначе звучащим саундтреком. И вот в этой истории более человечный, простой, разговорный, не быстрый Лэзенби выглядит уместно. Он более простой, реалистичный герой с развивающимися отношениями, не статичный забронзовевший Бонд, да чего уж, тут даже есть моменты, в которых он боится, неслыханная для персонажа черта. Как итог, после того, как ты посмотрел легкие шпионские боевички с Коннери, ты, как Джон Траволта, просто буквально: а я не ошибся, франшиза эта, тут точно Бондиана вообще. И из-за этого первая часть истории ощущается настолько тягучей, что хочется убежать и уснуть, но если дать фильму разогреться, ты неожиданно понимаешь, что вся эта экспозиция и все это расставление фишек в начале дает невиданный ранее эмоциональный отклик. Ты реально сопереживаешь героям, и они не ощущаются экшен-картонками и девушками, показанными ради тела. Где-то рядом есть и фантастический зловещий план Блофельда, конечно, но и шпионская часть приземлена. Действие не скачет оголтело по десяткам стран, концентрируясь на камерных локациях, где задачка для Бонда не спалиться в коридоре, а не перебить 15 пулеметчиков одной рукой, сдерживая пасть крокодила. И вот после всего этого долгого разогрева, практически как в фильме, вы хотите уже спросить, а что получилось-то в итоге? В итоге-то фильм как? Ну, фильм из-за всего этого откровенно опередил свое время. На секретной службе Ее Величества это кино темпов и конфликта Скайфолла, что-то, что подошло бы Крейгу, но в 60-х, сразу после Коннери, люди просто опешили и от ранимого простецкого Лэзенби, и от медленности и реалистичности шпионской работы. От Бонда еще не хотели глубины, от него хотели фана, и кино не поняли. Отношение к нему потеплело лишь со временем, спустя годы, а тогда создатели сразу отказались от этого курса. Лэзенби же мог остаться, хотя было бы странно смотреть на него в ироничных фильмах калибра Мура после этой части, но актера подставил агент. Тот сказал: «Слушай, Джордж, вся эта тема со шпионами и агентами в 70-х помрет из-за хипарей и будет нерелевантна. Полный бесперспективняк, Левай». И Лэзенби сам отказался от роли после этого совета, и с тех пор прошло 52 года и вышло 20 фильмов про Бонда, что заставляет задуматься о профпригодности того агента как предсказателя. Впрочем, возможно, так получилось даже лучше. Джордж был уместен в конкретной истории, но нет уверенности, что он прирожденный 007. Ему иногда как будто не хватало стати и элегантности. Слишком он был простой и свойский. Кстати, интересный факт, раз уж мы тут иногда подмечаем, кто референсил потом Бондиану в своей карьере, на кого она повлияла, то стоит сказать и про одного из главных известных фанатов серии — Криса Нолана. Вообще, он говорил, что любит части с Далтоном, но именно
именно из этого фильма он позаимствовал третий уровень сна в начале. Крепость в горах с лыжным экшеном. И когда смотришь Бонда, не заметить сходство невозможно. Буквально поражаешься тому, насколько это повлияло на один из главных фильмов уже этого века. Девятое место. «Живешь только дважды». Прошло уже столько времени, мы обсудили уже столько фильмов, но все еще не можем выползти даже за средний балл 70, что, честно говоря, сообщает нам печальные вещи о франшизе. Но не будем о грустном, «Живешь только дважды» — кино не такое, оно веселое. Вообще, вот вам странный факт обо мне. В детстве я читал 3 или 4 романа про Бонда, и это один из них. Правда, отсюда выкинули почти все, что я помнил, но да, оставим это на совести создателей. Первая половина ленты очень крутая. Путешествие в Японию здоровски освежает атмосферу, и сюжет стартует в супербодром темпе, постоянно вбрасывая что-то новое и интересное. К финалу, правда, кино, к сожалению, замедляется, вторая половина уже совсем не такая свежая, в ней побольше клише и не так уж много увлекательного экшена, хотя свои необычности есть. Именно на этом проекте Коннери понял, что уже устал от Бонда невозможно и поссорился с продюсером Альбертом Брокколи, они не разговаривали в конце производства, и Шон заявил, что уходит. Но остаток истории вы знаете, это было ненадолго. Восьмое место. «Шпион, который меня любил». И последний фильм в зоне 60, потом наконец-то выйдем в хоть сколько-то приличные баллы, лучший по оценкам проект Роджера Мура. Он шел после «Провального человека с золотым пистолетом», и как это всегда бывало в серии, создатели после неудачи стремились искупить вину и восстановить интерес зрителей. Вот и «Шпион», кино довольно неплохое, наверное, я смотрел его в полумертвом состоянии, и опять же, не по вине фильма проспал пару минут. Извините, мой совет про марафоны, я думаю, вы запомнили с первого раза. Тем не менее, тут очень классная задумка. Бонду приходится работать в паре с советской шпионкой, а мы знаем, как это бывает. Никакой пары нет в таких случаях, есть только миссия и удачные моменты, чтобы кинуть партнера. В первой половине нерв как рабочий, так и отношенческий между героями шарашит будь здоров. Приятно, что русских снова не показывают клюквенно. Ну хотя, как сказать, не показывают клюквенно? Наверное, в оригинале они говорят с жесточайшим Russian accent, но я смотрел в дубляже, поэтому кто знает. В истории есть шикарная драматическая основа, которая скрашивает жесточайшие самоповторы сюжета, но которая, правда, использована в итоге процентов на 40-50. Неплохо, но в эпоху Крейга такой сюжет бы дожали значительно мощнее. А еще здесь появляется один из самых запоминающихся наемников-злодеев в серии, гигант с стальными челюстями, которого так и зовут Челюсти, что и приятная отсылочка, и реально жутковатый концепт. Людей он убивает, по-вампирски вгрызаясь в шею. И это классная свежая задумка, потому что Мур, который высокий, статный, на его фоне выглядит реально коротышкой, хотя он ростом 1,86 м. Кстати, знаете, кто смотрел этот фильм? Создатели Шерлока, потому что тут есть сцена драки этого самого гиганта с одним из героев под лучами проектора. И третья серия с големом весело машет рукой. Кстати, в следующем фильме «Лунном гонщике» тоже появляется этот злодей, и тоже есть эпизод, повторяющийся в «Шерлоке» с сейфом, но там все-таки была и книжная основа, так что сочтем за случайное совпадение. А «Шпион» — очень хороший середняк, что и хорошо, и грустновато, потому что его можно было дожать до топа, если бы они не слили драматическую линию ради более простого хэппи-эндового финала. Седьмое место. «Золотой глаз». Ну поехали, великолепная семерка с оценкой выше семерки, и приятно, что сюда смог пробраться хоть один Броснан. Первый фильм его серии действительно прям замечательный. Пирс отлично влетает во франшизу на новенького. Из-за проблем с производством перерыв между Бондами составил аж 6 лет, и это самый длинный в истории серии. И Далтон, который все это время был исполнителем главной роли, которого никто никуда не убирал, откровенно устал ждать, пока проект наконец-то запустится. Он оставил роль и не сильно об этом жалел, а его конкурент, отвалившийся в прошлый раз, таки взял место и попал в хорошую компанию. Шон Бин привычно крут и не подводит с амплуа Фамки. Янсен просто высекает из экрана искры в дуэте с Броснаном, в том числе экшен классный. И это первая в серии по-настоящему отбитая клюква. Конечно, кого-то может задеть Бонд, который мочит отечественных солдат направо-налево и разъезжает по Питеру на танке, сминая машины простых жителей и непростых жителей военных. Но, честно говоря, это, черт возьми, весело. И это главное. Глаз можно обвинить в чем угодно, но не в скуке. Лучшего комплимента для франшизы не снискать. Ну и за песню стоит замолвить словечко. Она, как говорят у нас на Руси, БДС.
Отдельный респект в этом видео. И вот на этом месте, конечно, должен уйти режиссеру Мартину Кэмпбеллу, потому что мы в целом мало говорим про режиссеров. Все-таки Бонд — это более продюсерская франшиза, но вот этот человек гений, потому что он смог перезапустить Бонда для 90-х, сняв «Золотой глаз», потом ушел из серии и смог перезапустить Бонда для нулевых, сняв «Казино Рояль». Прикиньте, насколько человек был... Знаете, вот это чувство, когда был хороший дубль, ты его запорол какой-то ненужной импровизацией и не хочешь переписывать. Теперь знаете. Кино солидно рвануло по сборам в два раза больше, чем у Далтона, и Броснан остался еще на три фильма, которые были плюс-минус также успешны финансово, а он стал Бондом детства для нашего поколения 90-х. Если смотреть Бонда в детстве, это вообще ок. Напишите, что ок, а то я... переживаю. Новый постоянный каст, помимо злодеев на раз, подарил серии Джуди Денч, и это, конечно, золото. Она гениальна в этой роли, и ей в первом фильме дали хорошую ветку. Она новая на этом месте, Бонд уже видел других руководителей на посту, а она местами и недолюбливает его, и переживает за него. Короче, тоже отличный ход создателей. Ну и главное, франшиза вновь смогла удержаться во времени. «Золотой глаз» — это прям кино 90-х со всеми характерными для тех времен клише и соответствующей атмосферой. Рывок после Мура и Далтона впечатляющий. Тогда это было очень современно, очень трендово, а сейчас это очень мило и ностальгично. Шестое место. «Шаровая молния». Хоп! Тут кино, которое мы уже встречали в этом списке. «Шаровая молния» — это будущее «Никогда не говори никогда», снятый за 18 лет до того ремейка. И, кстати, я читал эту книгу, можете меня поздравить с этим, об этом мне быстро сообщили отловленные по ходу сюжета вьетнамские флешбеки. Эта часть одна из классической открывающей серии Коннери, четвертая по счету и та, с которой оценки критиков и зрителей потихоньку начали охладевать. Даже несмотря на то, что это один из немногих во франшизе обладателей Оскара за лучшие визуальные эффекты. И, к сожалению, сейчас, когда спецэффектами 60-х уже никого особенно не удивить, достоинства этого фильма сильно меркнут. Фильм делает большую ставку на подводные сцены, которые, вероятно, потрясали воображение 50 лет назад, но которые сейчас смотрятся очень тягомотно и непонятно. Разобраться, кто с кем дерется под водой, невозможно. Саунд-дизайн без музыки, только с подводными звуками, потрясающий, но темп-то вообще не добавляет, а очень яркие в этой серии девушки сходят со сцены быстрее, чем фильм переходит в третий акт. Как выглядит злодей, я сейчас даже не могу вспомнить, но и эффекты с ускорением во время экшена в наше время выглядят как плохая мультяшка. При этом, конечно, да, я сейчас наворчал, но кино не стоит втаптывать в грязь. У него все-таки есть неплохой сюжет, да и в каком-то провале его не обвинить, просто уж слишком многое здесь устарело. Пятое с половиной место. Не время умирать. И да, видео задержалось в монтаже настолько, что мы уже можем обсчитать предварительные баллы новой части. Не время умирать. Они для Бондианы очень достойны. И даже если еще немного понизится, за пределы шестерки кино не выпадет. А наше развернутое мнение вы можете послушать в обзоре на канале или в подкасте, который, правда, выйдет чуть попозже, через несколько дней. Но там будет чуть ли не часовой разбор со спойлерами. Подписывайтесь на канал Кино Огонь подкаста, чтобы не пропустить. Пятое место. «Доктор Ноу». И мы на финишной прямой. Топовая пятерка фильмов, у которых действительно приличная оценка. Начинает этот почетный список самый первый фильм о Бонде в истории, не считая той серии сериала, что уже упоминалось. «Доктор Ноу» сейчас настоящая кладезь приквельного эффекта. А, так вот откуда это все пошло. Здесь тебе и первое... Бонд. Джеймс Бонд. И первый выстрел в кругу, и первое звучание темы Бонда, и первая заставка. И первое появление М, Мани Пенни, Феликса Лейтера, и первый коктейль «Взболтать, но не смешивать», и первое упоминание «Спектр». Короче, просто ходячая история, а не фильм. При этом, конечно, как само кино, «Доктор Ноу» в 2021 году держится на ногах с трудом. Его интересно смотреть ради исторического контекста. Тут есть классные находки с экзотическим сеттингом, таинственными локациями, зловещим злодеем, но сюжет, интересный вначале, ближе к концу становится совсем простеньким, даже для 60-х, а экшена тут еще маловато, все-таки снимали кино за совсем смешные для такой истории деньги. Кастинг Шона Коннери. Вот это действительно момент гениальности от создателей, ну и от самого актера тоже, да. На прослушивание он пришел растрепанным и плохо одетым, но его зверская, непрошибаемая уверенность в себе подкупила Зальцмана и Брокколи. Он просто обладал идеальной харизмой. Когда Коннери
вышел с прослушивания, продюсеры уже под впечатлением подглядели, как он идет от выхода до своей машины, и по этой походке поняли, что перед ними Бонд. Правда, требовались еще усилия, которые звучат, правда, как что-то из диснеевского фильма или как что-то из «Моей прекрасной леди» 60-х, но создателям реально пришлось их применить. Кстати, «Моя прекрасная леди» на тот момент еще не вышла. После утверждения на роль режиссер-открыватель франшизы Терренс Янг повел Коннери в парикмахерскую сделать человеческую стрижку, а потом по фешенебельным местам, чтобы привить тому элитные черты, нужные персонажу. Получилось легендарно. Если бы не этот волшебный выбор, если бы не эта волшебная подготовка, вполне возможно, все могло бы закончиться еще тогда, в 60-х, и имя Бонда нам бы ничего не говорило. А так зародился культурный феномен и один из самых узнаваемых персонажей маскульта во всей истории. Четвертое место. Из России с любовью. Вы бы знали, как я сейчас рад, потому что сейчас я с особой радостью готов вам представить своего личного любимчика в этом списке. Из России с любовью, по-моему, лучший фильм про Бонда с Коннери и с Муром, и с Далтоном, и с Лэзенби, и, возможно, с Броснаном, вряд ли с Крейгом, но с Броснаном вполне вероятно тоже, да. После успеха первой части бюджет производства подрос, и создатели смогли позволить себе значительно больше экшена, но теперь в сюжет еще и замешался конфликт нескольких сторон, делающий историю значительно более интересной и непредсказуемой в рамках жанра, и роуд-муви на поезде со смертельно опасным убийцей, привет, Спектр, и главное, здесь практически нет технологий, выглядящих устаревшие. Одна из финальных драк с достоинством бы украсила и любой современный фильм, в принципе, честно говоря. В сиквеле франшиза продолжила добавлять классические детали. Тут появилась первая бондовская заставка с девушками. Первая бондовская песня, правда, как ни странно, они здесь по отдельности. Первый раз фигурируют Блофельд и его котик. В первый раз появляется Кью в исполнении Дезмонда Левельна. Абсолютно культовый персонаж, душевнейший дядька. Его всегда приятно видеть на экране. И в следующие 36 лет он реально украшал собой серию. Но в этом фильме я был прежде всего поражен тем, насколько мощно саспенс наваливает вплоть до самых последних кадров. Мощные интриги первого и второго актов с настоящими шпионскими играми и классными поворотами было бы уже достаточно для среднего Бонда, но дальше идет потрясающее путешествие на поезде вглубь соцлагеря враждебного для агента места со злодеями на хвосте. И это еще круче, и в конце кино просто не может оставить героя в покое, он еле успевает отбиться от врага, следом другой, следом третий, пятый. Это просто невероятно увлекательно, и такое умение закрутить действие и сейчас не каждый триллер демонстрирует. Плюс ко всему еще и экшен каким-то образом практически не устарел, это вообще сносит крышу. Короче, я фанбой этого фильма, и если вы вдруг захотите ознакомиться с классическим Бондом Коннери, то моя личная рекомендация именно эта часть. Она настолько хороша, насколько мог быть в 60-х шпионский триллер. Третье место. Skyfall. Призовая тройка, и Дэниел Крейг возвращается в чат. Skyfall один из уникальнейших фильмов про Бонда, что, впрочем, можно понять только если посмотреть их все, ведь кроме шуток, Бонд прожил во франшизе 22 фильма к этому моменту, и только один из них буквально мизинчиком говорил хоть что-то о нем самом и его прошлом. С другой стороны, конечно, может быть, так и нужно было, и создатели этого и добивались, потому что таинственный секретный агент 007, и рассказывать про его прошлое, немножко разрушать этот ореол. С другой стороны, спустя столько лет можно и узнать о нем что-то, ну, явно было бы свежо, и Skyfall долгожданно заполнил эту нишу, причем не абы как, а со стилем и классом. Сюжетно это один из самых глубоких и проработанных Бондов, да что уж там, к черту, это самый глубокий и проработанный фильм про агента в истории. Мы впервые узнаем о его корнях, впервые видим его таким уязвимым психологически на дистанции, мы знакомимся глубже и с другими героями, прежде всего Сэм, и это седьмая последняя роль Джуди Денч, действительно ядрически мощна. Сэм Мендес вошел во франшизу в черт возьми нужное время, он добавил ей то, чего не хватало, а благодаря коллаборации с Роджером Диккенсом еще и создал одну из визуально лучших частей, потому что как же круто это выглядит, все вот это, господи, Диккенс гений, ей-богу. А еще песня, песня, и да, у меня, откровенно говоря, были проблемы с сюжетом Skyfall при первом просмотре, он прошел как-то мимо меня, но сейчас, спустя годы, он на своем месте. И злодей в исполнении Хавьера Бардема восхитительный. Конечно, тырить сюжет Темного рыцаря нехорошо, и темпы местами можно было бы прибавить, но за третий акт я готов этому фильму простить очень многое. Короче, Skyfall абсолютно заслуженно стоит одной из пиковых точек серии в этом списке, и кто бы в прошлом веке мог подумать, что Бондиана доживет не только до сюжетов про бомбу, но и до сюжетов про грехи прошлого и психологические кризисы. Второе место.
«Казино Рояль». И сразу же следом по нашей установившейся традиции дуплетов еще один фильм с Дэниелом Крейгом, еще одна его пиковая точка, первое появление в серии, которая стала одним из лучших, но сюрприз-сюрприз, не лучшим по оценкам, хотя если бы «Казино Рояль» кольцевали список с двух сторон, было бы красиво. Буквально балл этот фильм уступил победителю, но о том позже. После всей истории с романом «Казино Рояль» со стороны продюсеров было гениальным ходом вернуть нового Бонда в действие с названием и сюжетом его первого романа. История обнулилась и началась заново. Новый актер, совершенно новый образ, блондин с голубыми глазами Дэниел Крейг. Это нонсенс в новое время, в по-новому выглядящем фильме про самое начало пути легендарного Джеймса Бонда, которого еще никто не видел в этой серии. Гениально. Сколько зайцев сразу убили создатели. И смогли избежать повторов, и дали преемственность от книг, и заявили свою новую историю, которую они смогли бы развивать в новом направлении. Кастинг-директору стоит передать громадное спасибо за это новое направление. Ева Грин в роли Веспер – просто идеальное попадание. Мадс Миккельсен в роли Ли Шифра – тоже. Между «Умри, но не сейчас» и «Роялем» прошло всего 4 года, но выглядят фильмы так, как будто они сделаны в разных десятилетиях. Бростоновский Бонд не сумел обновиться под нулевые и застрял в 90-х. Его съела новая мрачная стилистика, а «Казино Рояль» ей пропитался и стал одним из флагманов новой, ненаивной эпохи шпионских историй. Сборы показали, что люди, черт возьми, хотят именно этого. 600 миллионов против 350 у последней части Пирса, и продюсеры вновь продемонстрировали, что после любой неудачной серии франшизы они всегда могут проработать ошибки и выдать что-то совершенно иное. И вообще не принято выписывать респекты продюсерам, потому что довольно часто это неприятные люди, которые сидят на бабках, пропускают людей через постель и рушат карьеры молодым, но семейству Брокколи я бы все-таки выписал респект, потому что 60 лет вести одну франшизу, реагировать на каждые неудачи и вести работу над ошибками, обновляться под историю, это, черт возьми, мощно. В день, когда франшиза закроется, я, если честно, очень прилично взгрустнул. Ну а возвращаясь к «Казино Рояль», тут классное сочетание старых фишек, вроде представления и коктейля, с новыми. Экшен свежий, суперски выглядящий, Крейг сам называет финальный бой в Венеции любимым, а проработка персонажей и их реакции на события заслуживает главы в учебнике, особенно на фоне некоторых предыдущих наивных частей. Короче, «Казино Рояль» со «Скайфоллом» — это отличные образцы новой Бондианы, какой она была с Крейгом и какой мы, я думаю, были бы рады видеть ее позже. Первое место. Голдфингер. Ну и вот такой у нас неожиданно ожидаемый победитель, потому что, ну, вы могли вообще ничего не слышать про старые фильмы, вообще их не смотреть, но название Голдфингер, ну, хоть как-то до вас наверняка долетало, и потом все актеры, которые играли Бонда, и многие опросы зрителей ставят именно этот фильм лучшим во всей серии. Ну, собственно говоря, оценки тоже ставят его лучшим во всей серии. Третья часть с Коннери, пиковая точка всей Бондианы, до которой по нашей формуле другие фильмы не могут добить вот уже 58 лет при 22 попытках. И главный твист сегодняшнего обсуждения — то, что мне не понравился этот фильм. Твист второй. Я читал книгу, и давайте все вместе хором. Книга лучше. Могу понять, за что люди любят Голдфингера. Это идеальный образец Коннери в роли Бонда. У фильма неожиданные твисты с девушками. Тут классный злодей, классный злодейский план, который еще не смог повторить сам себя. Все клише еще не приелись. И технический прорыв здесь имеется. Оскар за звук тому подтверждение. И я могу уважать это кино за все это. И, черт возьми, какой же тут вшлепанный сюжет, если задуматься. И да, я знаю, что не имеет смысла обсуждать это с вами, потому что сколько человек видело старых Бондов? 3? Вот напишите, если вы видели Голдфингера в комментариях, потому что мне реально интересно, сколько, блин, человек видел Голдфингера среди тех, кто смотрит это видео? Почему вы вообще до сих пор здесь? Ладно, этим вопросом я задавался во время написания текста, извините. Короче, моя претензия к фильму исключительно в том, что 007 практически в самом начале попадает в плен к злодею и до самого конца пассивно следует по сюжету, ни на что не влияя. Самое феерическое, знаете, как он в итоге побеждает злодея? Что помогает ему в этом? Изнасилование! Ну, более-менее практически, да. Он чуть ли не насилует помощницу злодея по имени Пусси, и та после, видимо, классного секса вдруг обзаводится моралью и решает кинуть своего мафиозного босса. Все полезные действия Бонда вместились бы в порно-пародию, вы все правильно поняли. А еще они испортили 2 моих любимых эпизода в книге, где убивали 2 главных злодеев. Одного они убили в другой сцене, а второго убили в той сцене, в которой должны были убить первого, только сделали это очень всажено. А сцену убийства главного злодея, осторожно, спойлер, Голдфингера, они вообще вырезали. А это была моя любимая сцена, это единственное, что я запомнил из книг про Бонда.
Мне было больно. Но Голдфингеру это все сошло с рук, и кино стало абсолютно культовым, от цитаты и отсылок до влияния. Мощнейший образец жанра, который его практически создал и сформулировал на ближайшие лет 40. И лучший фильм Бондианы по нашей формуле. Сегодня я по этому поводу сдержанно грущу. Что ж, после видео по Кубрику, когда меня откачали, я обещал себе, что такого больше не повторится, но вот хронометраж уже, видимо, где-то около часа, а я еще собираюсь дать вам какие-то выводы, итоги по франшизе, по конкретным бондам. Прости, монтажер, простите нас, зрители, надеюсь, вы хотя бы наградите лайком нас всех за это старание, себя в том числе. Поехали к итогам. Бонды от худшего к лучшему. Общие баллы актеров. Парадокс, но на последнем месте самый долгоигравший 007 Роджер Мур. 7 его фильмов наполучали от зрителей по жопе. Ни одной семерки. Грустно, но закономерно. Фильмы с ним всегда были продюсерским расчетом. Это даже видно по примерно одинаковому хрону. А понятно еще и по воровству трендов. Но в них есть свой шарм. Они веселые, ироничные. Сам Мур чертовски обаятелен с этим его вечно удивленно насмешливым лицом. И его, кстати, незаслуженно обделяют мемами. Если бы они существовали в 70-х или 80-х, он был бы одним из самых популярных шаблонов, я вас в этом уверяю. Если бы еще гены не подвели, он бы старел как Киану Ривз или Брэд Питт, или если бы медицина была получше в то время, в том числе косметологическая, то его бы никто не называл дедом в последних частях, это бы тоже наверняка значительно подтащило бы их оценку вверх. Бонды с ним легкое, практически никогда не скучное, но очень наивное зрелище, и зрелище здесь уместно. Даже старые фильмы могут подарить пару приятных будоражащих экшн-сцен. Следом по оценке идет Пирс Броснан. Клюквенные 90-е, близкие по духу к Муру фильмы, приятно смотреть, приятно вспоминать, неприятно глядеть на баллы зрителей и критиков. Потом Тимоти Далтон, незаслуженно спущенный вниз по оценке, вот он своих семерочек заслуживал. И харизматичный, и романтичный, и смешной, и злой, может быть чуть менее утонченный, чем предыдущие Бонды, но на своем месте в своих более сдержанных фильмах с правильной форсажно-триллеровой приправой. Дальше Джордж Лэзенби, Бонд-загадка. Кто знает, как бы для него все сложилось на дистанции, ведь контракт ему предлагали на 7 фильмов, но он дал нам уникальную часть и канул в лето. Имя его сейчас вспоминают только фанаты, однако фильм с ним явно в линейке выделяется. Наконец, второе место — Дэниел Крейг. Правда, мы не обсчитывали последнюю часть, но, по-моему, она не сильно бы на что-то повлияла. Он хорош, его Бонд абсолютно новый, свежий, с нужными характеристиками по характеру и харизме, но и куда более глубокий, нежели все предыдущие воплощения. Если бы ему еще чуть больше повезло со стабильностью фильмов, все могло бы быть иначе. Ну и первое место предсказуемо Шон Коннери. Легенда, икона, образец. Он создал персонажа, сделал его культовым, и он был еще в тех частях, что получали от критиков по 80-90 за уникальный прорывной стиль и технику. Конечно, справедливость в его первом месте есть. Тем более, что фильмы могут как угодно устаревать, но его харизма на экране до сих пор выглядит абсолютно покоряющей. Такое было видео. Возможно, оно, кстати, не последнее про Бонда. В ближайшее время у нас же был обзор на новый фильм, посмотрите его вот здесь, и, возможно, будет еще одно видео, потому что я, когда писал текст, подумал, какого черта, я что, реально посмотрел все эти проекты, все эти части только ради вот этого, от худшего к лучшему? Так что, возможно, будет еще одно приятное DLC в не совсем обычном формате. Я надеюсь, что это будет веселое видео, я надеюсь, что вы его кликните, вы кликните на него и посмотрите. Был бы очень благодарен вам, ребята, а то оно утонет по просмотрам, к чертовой матери, я чувствую. Ну и дайте шума этому видео, мы старались, сделали оно большое, я надеюсь, вам понравилось, вам было интересно, тогда поставьте лайк и подпишитесь на канал, хотя, скорее всего, вы уже подписаны, потому что YouTube прикончил нашему каналу рекомендации, и мы здесь с вами в узком кружочке остались, ребята, 400 тысяч, походу, не добьем никогда. Но если вы вдруг смотрите нас постоянно, то подпишитесь, в конце концов, снизим процент просмотров без подписки до нуля, чтобы мы чисто своими здесь были. Извините, немножко ворчания напоследок, спасибо за... Спасибо за то, что смотрели, за то, что смотрите. Скоро вернемся. А пока, пока. Это какой-то гангстерский выстрел был, да, извините, сейчас еще разочек. Это снова. Ладно, мне не быть Бондом. Эх-хе-хе. Нет, нет, держись, ты выкарабкаешься. Мы еще съездим в казино «Рояль» и скажем, что мы из России с любовью, и целого мира будет мало. Завтра не умрет никогда. Когда, не говори никому.